В Жамбылской области не уменьшаются случаи скотокрадства. Вчера житель Рыскулского района обратился с жалобой к стражам порядка. По его словам, неизвестные похитили двух баранов общей стоимостью 180 тысяч тенге. Сотрудники районного отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали скотокрадов. По данному факту начато досудебное расследование. Они полностью признали свою вину, а скотина, которая была украдена, вернули хозяину.